Спонсор данного ролика – CS GO Fast. Это один из первых сайтов CS-индустрии. Здесь большое количество различных режимов, огромное обилие подарков и розыгрышей. Ну и, конечно, прежде всего, это надежный сайт, который существует достаточно давно. Ссылку на сайт и на мой промокод в $1 вы найдете в закрепленном комментарии. Ситуация на Инферно. Среднее звание мое и противников – это калаши. Подойдя к стенке, я решаю сесть для того, чтобы забатить тиммейта залезть и дать опен с АВП. Пока я бустил АВП, нас пикнул враг с машины, но по какой-то причине этот сверхчеловек побежал на нас с ножом. Я разменял тиммейта, и ситуация уже 2 в 3. Даю дым для того, чтобы нас не запушили. Заметив дым противников, я собираюсь поискать просветы в дыму и попробовать дать фраг. Но гений на моем тиммейте начинает стрелять в дым с АВП и топать, тем самым не дает мне правильно разыграть раунд. Чё он делает? Даю флешку на банан, чтобы проверить поджим. Blue, are you stupid or what? Or retarded? Проверив банан, я возвращаюсь к тиммейту, чтобы попросить у него бомбу. Give bomb. Blue. Убедившись, что пес Децик работает только по команде своего друга, я решаю снова проверить банан, забрать бомбу, убив тиммейты и постараться зайти на Б, чтобы выиграть раунд. Да, я снова проверяю банан, ведь закрывающий игрок уже давно должен был показаться в спине. Но возможно на этих званиях люди играют умнее и не лезут пушить. А зачем ты такой стиль? Слышь, оранжевый? Щик. Это на украинском? На таймере 10 секунд, и я решаю сделать фейк бомбой, чтобы последний противник меня запушил. Найс, good job. Lucky, блять. Ну а зеленый, похоже, и есть хозяин пса Децика. Но я правда не хотел его убивать, я просил бомбу, он специально ее мне не дропал. В итоге я принял решение, с которым будет больше шансов взять раунд.